Очень тяжело. Итак, дорогие друзья, небольшой ролик. Подготовку к фильму. Скажи, как подготовка? Какая? Как фильм называется будет? Фильм называется «Смеркало». «Смеркало». Какое название интересное? Мистические истории, которые происходят в деревне Большая Ефановка, где-то в глубинке России. И там происходят в лесу очень интересные вещи, очень загадочные вещи. Мистический, где пропадает домашний скот. Но это не фильм ужасов? Нет, это мистика. Мистика. Но с элементом, ужаса. Ужаса, да. То есть спецэффекты будут? Спецэффекты, особых спецэффектов нет, но это будет в жанре документального как бы кино. То есть от первого лица в основном. Этот человек снимает на телефон якобы. Ну, это сами увидите. Это будет новый проект, экспериментальный. Надеюсь, выйдет все, как мы хотим. Мы пишем название, я пока этот ролик так вступительный останется у нас. Итак, название, дорогие друзья. Смеркало. Смеркалось. Вот сейчас я предысторию потом вам расскажу. Вот так. Ну, друзья, пока закончим.